10 минут в день, чтобы разобрать интересную тему. Онлайн-практикум, посвященный церковной архитектуре, прошел в Арсеньевской епархии. Каждый день его участники получали емкие тексты с фотографиями храмов и так прошли путь знакомства с зданиями древних церквей от крещения Руси до Петра I. Свой интернет-проект Арсеньевская епархия создала благодаря образовательной платформе Level One, лекции которой были преобразованы в рассылку в мессенджере WhatsApp. Так каждый желающий ежедневно получал сообщения и узнавал о архитектуре домонгольской Руси и нарышкинском барокко. Подписчики практикум отмечают, что ты по-другому смотришь на храм-архитектуру, когда знаешь, как все это выстроено, как это работает, как называется тот или иной архитектурный элемент. Это дает возможность посмотреть по-другому, другими глазами на сокровища нашей русской истории и культуры. В практикуме приняло участие 120 человек, причем не только из Приморья, но и из Свердловской области и Краснодарского края. Арсеньевская епархия планирует продолжить свой проект и уже самостоятельно создавать новые курсы.